Турции. Как вам понравилось ваше выступление? Было тяжеловато выступать в последнем потоке. В принципе, я уже все результаты знал. По своим силам я знал, что мне нужно как минимум просто сделать. Вот. Я задачу минимум выполнил, да, у меня что-то не получилось, но это все подкорректируется уже в полуфинале, и будем бороться за финал. Дай бог. Что вы можете сказать про организацию? Это просто высший уровень. Выше, я не знаю, уже куда. По-моему, некуда. Это космос. Все, спасибо большое вам. Желаем вам удачи. Спасибо. И медалей. До свидания.